И его иная команда будет готовить Ой, одинаковое блюдо. Хорошо, тебе развернуться надо куда-то. Ирина! Никита! Ирина! Планктон здесь. Алик тоже там. Шапчир здесь. Твоя Женька тоже здесь. Твоей женой. Этот. Короче, Циципас тоже тут, вот он. Циципас! Умоляю, аккуратно. Баклажки свои придерживай, когда делаешь это. Короче, слушайте, пацаны, такая сегодня тема пришла мне в голову, пока срал. Короче, пацаны, Сэм с Равшаном, тема началась за Луну, понял? Сэм начал Равшану говорить, типа, вот, ты сам в этом виноват, и, короче, Сэм и Равшан жестко сгорел на Сэма. Сэм с Равшаном больше теперь не коллаборирует. Да. Давай, сделаю. Делаешь. Вот. Не знаю, она грифу чистит, брат, мы смотрим. Где? На душе мороз. Короче, пойдем. Пойдем, надо это. Да, грейпфрут похавали тебе, пойдемте, это надо тему сделать. Пойдемте. Садитесь, стой, ты садись. Не, сядь, надо было нормально сядь. Циципас, Алик. Исто. Так, ты, нет, ты, тебе нельзя сюда, ты вот так. Ты Женька, я... Гио, иди вон там, садись вон там. Иди сюда, сюда, сюда. Да я там... Не, 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 там, я, нельзя. Я, слушай. Ну ладно, короче. Я вас всех сегодня здесь собрал, чтобы провести битву шефов. Смотрите. Алик, Сич. Не, не Алекс Сича, а этот Сич. И Циципас будут жюри. Они будут пробовать наши блюда и будут говорить, вкусно, невкусно, честно. Подкупить нельзя будет, сразу я говорю. Я иду нахуй сделаю, чтобы попробовать. Я понимаю, что ты, например, хочешь ты, например, хочешь Кирима или там, ты хочешь там Гио, но так не вариант, не, ну, типа. Короче, битва шефа в чем заключается? Смотрите, мы сейчас делимся на две команды. На две. Путем жеребьев. Вот. И поделимся на команду. Например, будет там я и Гио. Или я и Хьяр. Так, ты Кирин. Да. Нахуй моя жидова, как ты, не готов. Нам сейчас нужно будет наша задача сейчас разными схемами поделиться на две команды. Вот. Как нам это сделать? Вопрос. Давай просто цифра. Кто проиграет, тот в команде. Два человека, кто проиграет, тот в команде. Кто выиграл? Да, да. Ну или на два капитана, ну без разницы. Ранга. Давай. Хватит. На что спорим? Короче, смотри, пока мы будем покупать продукты, вы будете чем-то заниматься. Не можем. Я против. Сигма. Так, короче. Ты пизди сейчас, что против. Да, брат, он против, потому что он свой якорь оставил. Не, мы ни разу шамчиром ничего не готовили. Подожди, жюри кто? Циципас и этот. Тогда еду будем ставить на мой хуй. На, мужчина. Короче, многие спрашивают, типа, что готовим. Давайте так. Вы будете нас подкидывать. Ты будешь со своими друзьями подкидывать. Определенные. Смотри, будем продуктов, и мы должны придумать, что вы приготовите. Не, похуй что. Мы должны все найти. Слушайте, у нас время ограничено, сразу говорю. У нас будет, допустим, час на покупку продуктов и условно час на покупку, ой, на готовку. Наша команда, ихняя команда. Егойная команда будет готовить одинаковые блюда. Да, этот Крима хата. Что? В итоге, блядь, в итоге, что, мы покупаем две машины, тунимы. Я еще не Москва, брат. Это 07, это, ой, это 07, это 06. Надо еще будет выбрать, кому какая машина достается. Вам 07? Нет, Суефа будет. Не, на Суефа, хорошо. Давай, вот вы два капитана. Пишет Борш, стейк рибай, вяленый хуй лаваша. Это к тебе, брат. Надо было бы это подъебать, брат. Пожалуй, что просто воздуха не осталось. Да, это очень хорошо. Брат. Твое? Заткни рот. Брат, они на этих, на... На баклосанах? На таблетку. Они не чисто. Бля, ебать, шамчир. Короче, из десертов такие вариации есть. На самом деле, очень прикольные. Либо, реально, либо чизкейк. Чизкейк либо дома. Пахлава. Брат, мы не сможем. Брат, пахлава знаешь, как готовится? Чизкейк из... Ты где мед возьмешь ее заливать? Это все очень долго. Брат, мед в магазине продается. Брат, я долго, не-не. А братский орех и мед там есть. Сэм, я жюри, я разберусь. Долго готовит. А? Чизкейк долго готовит. А что, хорошо, давай наспор, что его приготовят за 20 минут. Брат, ну какой чизкейк? Правильный, типа с агар-агаром, который... Чем? Агарка при чем? Желатин, либо агар-агар добавляется. Да какой нахуй желатин, брат? Похуй вообще, брат. Берешь, послушай меня сюда, берешь масло сливочное, берешь печенье в магазине, да, хер знает. Я знаю, дальше. Дальше делаешь вот эту подложку, сверху сливочный этот, как его, ой, сыр, да. сырный панир, и сверху хер, ты готов, долбоёб. Точно поноса не будет? Точно. Если будет, Гио, грудь готов, всегда готова. Хинкали приготовим?
Бля, как будто есть, блядь, заманчиво. Жопа есть? Хинкали и хачапури по-аджарски. Нет, хачапури перевернул. Бля, буду. Хинкали и хачапури по-аджарски. Брат, хинкали заманчиво. Ой, ну... Мужики тоже, да, тоже. Там столько нарезок своих. Смотри, прежде чем голосовать, сначала на меня смотришь. Если я смотрю на левую сиську, голосую за них. Если за правую, то за них. Жаркое из курицы с картошкой. Жаркое интересно. Гнезда из спагетти с фаршем, помидорами и сыром в духовке. Жульен. Запеканка из картофеля и мясного фарша. Жульен. Ты что, 15-й купила себе? Куда бабки, блядь? Это 15-й? Нет, это 14-й. А ведь хуй не разжижь, да хуй телефоны. Похуй, как получится, так получится. Слое тесто, блядь, его все время обливают. А зачем здесь столько эти? Маслом и медом. Все, давай, слышишь? По-аджарски по пол готовим. Давай, поехали. Ну все, вы делали еще нормально? Оу, как мы сейчас заебемся, блядь. Охуеть. По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Пахлава дорого. По ресторанам. На небольшую порцию, брат. По ресторанам. А, инча. Сколько слоев? Три слоя сделал, похуй. Брат, я не умею вообще пахло готовить, ты будешь готовить. Я пальцы не трону, я не умею. А. Брат, да. Похуй, вместе сделать заебал, давай. Я возьму, бро. Не, дай мне это. Бля, садись с ними, чтобы 3-3 были. Алик, а ты видел, где он вечно по телефону разговаривает? Здесь заведется или нет? Конечно, заведется. Ой, Батяна идеально, давай соберем ее все, слышишь? Брат, да, она очень ее... бомбовая. Давай на туре заберем, все равно не будет ее. Бля, в нее музыку поставить и все, да, нет? Да. Сапо! Мы вместе часы в один магаз едем или как? Да как по кайфу, вообще похуй, надо купить. Ой. А что с ней? Это не идеал семерка, братан. Это шестерка. Не, у меня идеал семерка, ебать. Похуй. Надо газонить чуть, проедь, чтобы она... Обокрути. Не, похуй. Не крути, а смотри. Бля, не скажи, где вместе идеал. Может быть, кстати, у него уебищно поставили. Брат, никто не дает ее, брат. Хуй, брат. Я просил, говорят, ключи у Суры. Сура, дай ключи, пусть катается. Да, мне дай, мне она поправляет, это как у дедушки, да? Часы даже работают. Бля, очень охуенная машина, брат. Продай за руль сам попросил. Парчу, осторожно слева. Где, брат? Нахуй пугаешь, куда? А, извини, я просто... Вот так, открой курду. Я просто на габаритом М5 открою. Бля, может ее закатать на туре в кухне, салон когда ставим? А нахуй там музыку делала на своем? Сколько на второй раз гоняется? 8. А? Вот коробку немножко управляет, да? Да, да. Надо очень сюда охуенно хрусталик поставить. Да, да, и тёлка, чтобы внутри была бы тюльпан. Ну это уже, да, тюльпан. А, как, ебать, она жёсткая. Я сяду обратно, да, руль, я сажусь за руль. А вот перекрёсток большой, ебать, здесь перекрёсток охуел. Чувак, кто не проедет, кто не возьмёт билетик, а прям на жопу сядет, тот мужчина. Ушёл! Хорош! Гангста, нахуй, ты гангест, ты. Что, выезжать как буду? Брат, я за рулем, а брат, это мои проблемы. Это ты крыло задевает. Бля, я ебать обосрался, брат. Это крыло, мама. На Кирибе? Брат, слева кнопка, брат. А, все, все. Блядь, ебать. Ему надо привыкнуть к аппарату. Я к семерке привык. Да, брат, ему надо привыкнуть. Блять, брат! Все нормально. На пробой иди? Не, ну хотя бы ради причин потормози, брат. А как тормози, реально отсюда ехать? Сура! Брат! Брат, он не адекват, да? На уроде по-другому. Брат, а другой, ну иди еще ниже. Можно вот так на бордюр просто, понял? Вот видишь шлагбаум? Вот так бордюр, вот так типа, понял? Боком проехал. Брат, вот не туда пролезу. Пролезешь, бичо, давай вот так правее возьми. Там брат, труба не пролезет. Да заебал, вот отсюда, не там, вот впереди. Бля, вот, брат, приезжай. Брат, не пролезу. Вот, залезай здесь. Брат, ты, Сура, ты делать? Брат, а хоть ты меня спрашиваешь, ты сделался, брат, делай. Медленнее просто. Все, чтобы 100 рублей не платили. Хорошо, тебе развернуться надо куда-то. Пока, брат, подожди, не газуй, брат. Да, брат, здесь налево лучше развернуться. Очень смешно было. Ебать, он голосовал, да хуя, брат. Ебани по рельсам, да, как трамвай. Не, шучу. Рельс, развернись.
Сюда? Да, развернись, ну. Разворачиваюсь, да, блин. О, уж обчерочитель разгрелся. Вперед просим. Давай. Брат, фары вырубились, нахуй. Да, а хуй там зеркала нет? А, это на шестерках так. Пиздец, как мой дед ездил? Ах, слева машина, маму. Ну, если мы ее сейчас перевернем, Кирилл обидится? Я обижусь. Брат, не жалко очень машину. Да. Она реально сильная. Хорошая машина. Опа, отжу. Медленнее. Сцепление резко кидаешь, резко понял? Кидаешь. Я на семерке просто привык. Не, на семерке керамика стоит. Да. Керамика стоит, брат. Бля, вот нет там керамика. Да, там не керамика, брат. Не спорь, Сэм. Брат, ты со мной споришь? Мы ставили вместе с АВАЗом, брат, керамическое сцепление. Брат, сцепление керамическое потом выжимается. Ферадо стоит керамическое. Брат, сцепление керамическое выжимается по-другому, брат. Брат, как у меня на семерке, вот так она резкая, понял, смотрите? Брат, Реал заберет 2-1 очень уверенно. Я поставил бы 1100, просто сейчас не могу. А зачем, брат, на дороге остановить? На дороге остановить? Да нормально, у нас сейчас есть заезжать. Они уже закупились, ё-моё. Газ очень чувствительный, смотри. Ты крутой. Да. Алик! Как тебе она? Очень бомба, брат, плюс я влюбился. Очень поправила. На больше семерки. Коробка очень поправила. Брат, хачапури по-аджарски готовим. И. Пацаны, как думаете, готовое тесто делать или? По-любому готовое, брат. Нет, покупать, ну, надо делать самому тесто. Должно стоять еще долго. Да, 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 там еще она должна стоять, чтобы удал сын. Ну давай тогда купаем тогда тесто. Самим? А? Это самим. Самим просто интереснее. Ну, а почему мы должны стоять подняться? Да мы торопимся, блядь. Пока готовится. Да, пахлаву сделаем, пока. Интереснее, брат, так, блядь. Развлекайтесь, я жюри, мне похуй. Слышишь? Типа, оно чтобы надувалось, понял? Ну, а дрожжи для этого, да, идиот ебаный. А зачем? Пахлава же не надутая. Ты тупой. Пахлава зачем нам думать о тесте, которое будет опухать, если мы готовим, покупаем готовое тесто, дебил. Мы же его не сами готовим, вот оно уже, блядь, готовое. И все вспомнят, что бездрожжевое нужно. Ну, покупаем бездрожжевое тогда, покупай бездрожжевое. Пишут, что для Наполеона подойдет с дрожжевой, дрожжами. А для пахлавы бездрожжевое. Ну, все, берем бездрожжевое. Правило, спасибо. Что за хуйню вы хаваете? Соси, соси. Дают соси, бьют, беги. Вкусно видно, пиздец. Да, бедно детей ты хуйней кормят. Давай доберем или нет тесто, сука, не афкашьте мужчинами. Какое берем? Мне похуй. Слышишь? А то, что у них не будет, мы будем всеми делиться или нет? Конечно, мы же не бляди. Я жюри, мне похуй. А ты почему подтакивал? И у меня голова всегда бежала. Хорошо было. Соль на рану сделал, как будто не знал. Не, я думал, ты реально даешь. Сука, тебе сука. А это дрожжевое берем, Рина? Ринго, а. Пойдем, там нужно, вон там нужно сюда взять. Что? Масло возьмите. И то у него масла нету. Закрой, ну холодильник, дома нету холодильника. Холодно стало, брат. Короче, я отвечаю за аджарский тест. Я делаю. Пойдем. А ты что? Да. Я за пахлаву тогда, брат. Ну, у меня пока ничего не осталось. Отвечай, я вообще жюри. Яйца. Раз. Так. Мука. А, у нас же есть тесто. Соль. Пахвала. Мука, яйца, сметана, молоко, ну, масло соль. Сливочное, это, дрожжи, сухие дрожжи, это соль. Это для того, чтобы тесто приготовить. У нас тесто уже готово. Соль не надо? Надо. Мирский бред. Не знаю. Мир кекс, жвачка. Да. Так. Здравствуйте, не подскажете? А вот для пахлавы что нужно? Ребята, вы не знаете? Знаете, да? Готовь, давай легкий десерт. Легкий десерт. Пойдем сыры купим. Ренго! Брат, а мед где здесь есть? Считай, ищи! Мама не берет! А я бинго, там нет. Зачем я ей телефон дарил, чтобы трубку не брала? Минус рэпами. Так не спит реально здесь, 10 часов время. Давайте я с вами посмотрю. Здравствуйте. Вызываю на мой абонент, сейчас не отвечает. Да, отвечу. Брат, алло, салам алейкум. Привет, с праздником, папа. С праздником. Спасибо тебе также, мам, вас также. Спасибо, короче, смотри, мы купили тесто. Угу. Нам надо приготовить пахлаву. Что еще купить надо?
На пахлаву еще нужно орехи. Так. Этот сахар. Так. И масло. И все? Все? А мед? Да. А мед? Сверху. А, и мед. Вы сказали мне быстро-быстро, я тоже поэтому уже быстро-быстро. Так, короче, мед, пахлава, тесто, сахар, грецкий орех, все? Да, да, и все. Все, спасибочки. Все, давай, на связи, да, что. Так, нормально все? Давай, Балом, давай. Не называй меня Балом, я уже взрослый. Здравствуйте. У вас есть мед? Привет. Мед? Здравствуйте. Пойдем, мед покажем где. Пойдем. 1-1, я сказал 2-1 будет счет. Все четко, я уже свою славку забрал. Кто будет возвышен, будет унижен, запомни. Привет. Салам бросил. Спасибочки. Нам нужен тут много. Нам нужен еловый. Для пахлавы надо. Потому что мы курим шишки. Пахлавы какой подойдет здесь? Честно, не все знаю. За унижение все, тебе ты не знаешь. Да, я сейчас рыбу в меде, дай сюда его. Давай. Вот это точно нет. Вот это бери и все. Давай ты бери. Ну иди и бери. Все, поехали. А этот катательный аппарат есть у него находить или что? А вот он реально, брат, был. Ой, блин. Блинский, грецкий орех нету. Валя скинула мне бабушкин рецепт. Пахлава. Начинка. Орех смешать с сахаром. 2 стакана. Ага. Сломать белок. 2 белых, желтка, смешать. У нас тесто уже есть. Тесто для пахлавы. Мука. Сколько возьмете? Ничего не понятно. Ну, я да, понял примерно. Хорошо, а где нам взять? Интересно. Ну, спасибо. Грецкий орех здесь взять? Как будто если мы здесь будем стоять, грецкий орех здесь не появится. Да, это минус балл, я же все учитываю. Да, в Луколе не будет? Грецкий орех. О, потом, кажется, очень дорого будет. Слышишь? Давай пока этот, у нас время будет, расколи пуха, чуть-чуть. Ты что, я не буду их колоть. Бля, я тоже. Надо специально какую-нибудь купить. Ведь там сложно это будет, что? Я друг об друга умею хуярить. Вот, Антика, то же самое говорю, им похуй, не слушают меня. А. Из арахисов говорит, сделайте и не въебывайте. Реально, давай пахлаву из арахиса сделаем. Какую из арахиса пахлаву, бро? Они меня заебали, все, давай я сам решу просто, и все. Вот один, и вот второй, вот, накидайте один из двух, и все, вот, или это, или вот это. Вот, все, погнали. Погнали, брат, я решил проблему. Я разбил. О, вот они, брат! Я зря въебывался. Ничего, грецкого ореха нету. Пропусти человека, брат. Проходите. Спасибо. Грецкого ореха нету. А это что? О, грецкого ореха нашли. А вот он, долбой слепой. Это Виктон премиум? Давай смешаем премиум и обычный. Я на каком пафосе, по-моему, арахис сделал, обратно положил. Хватит Виктон этого? Бери, да. Еще один закинь, хватит, все. Как будто целый тарталет. Сахар не взяли, знаешь? Дома нет. Да, зачем сахар? Мед же есть. Сливочки. О, давай вот это покушаем, брат. Сура, зачем тебе сахар? А. Мед же есть. Сахар взял ты? Да. Нет, соль взял. Не, без шуток, а сахар нужен. Зачем сахар? Чтобы сделать карамель. Ты мед заливаешь, брат. Ты угораешь? Да, да. Мама сначала делает сироп, потом, потому что после термообработки мед теряет свои свойства. Ба, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Со мной. Сахаром. Варя, шеф-повар Самуил, здорово, брат, здорово. Налик, варя, сейчас не подсказывай. Вы такой сценарий, поэтому магазин. У меня просто зрительная память. Короче, слушай, Ростуризм, понял, там хочет одну движуху отправить. Чё пишут? Особо ничего, смеется. Да, почитай, что. Ой, какие ужасные. А, ну ладно, да, сюда. Вообще не умеет. Держи. С тобой что? Хорошо зашло. Или так? Соусок. Ты бы масло взяли сливочное или нет? Давай мы что, похавать пришли сюда? Все раз. Брат, ребят, если честно, сегодня ничего не хавал. Вообще ничего. Смотри, я для похавы все взял, ты еще ничего не взял. Бля, первый раз. Вот, алло. Вот первый сливочное раз, масло. Первый вот, раз в моем шоу такие непрофессиональные повара. Ну, я в шоке. А тебе этого хватит? А сколько надо? Много? Я не могу подсказывать, извини. Слышь, брат. О! Есть вот такой? О, давай такой возьмем, брат. Вот сулугуни. Будьте такой, парни. Все нововведения в новых блюдах – это только творчество. Экспериментируйте, фантазируйте, включайте разум. Вы не должны один в один по инструкции. Вы должны что-то новое пробовать. Так и познаете. Давай как тот тип в магазине торт похавает.
лицо. Как тот тип в магазине тот похавает. Какой тип? А ты не смотрел это? Не жди, да. Че говоришь? Ну типа лол, ты че? Артём Вульф разъебывался, что ты знаешь? Краковскую колбасу не хочешь? А ты так, ты забрал колбасу, которую тебе Дяха с Ростова отправил? Да. На его бритую грудь. Нах ты её бреешь, тебя всё равно никто не видит. Малыш, успокойся. Жене привет. Брат, ты... Слышишь, надо сыр российский, брат, чтобы гражданство получить. Ему на тагильский взял, что? Ах ты взял это, давай. Шма, поехали, реально уже долго, брат. Да, пожалуйста, мятные тоже возьмем, после вашей мерзкой еды я зубы почищу. Сафонов оплати. Я Гаджаня. Надо искать Сафонова. Ты, а без шуток, все ты взял? Ну, по идее, все, нам больше чего не надо. Вот ты приезжаешь. Сюда же надо класть? Да. Не распадать? Молодой человек. Молодой человек. Да идите дом. Вы не понимаете по-человечески, да? Мы сейчас вызовем полицию. Что собака будет? Брат, брита очевидно не нужна? Да, нужна, чтобы яйца брить. Ну как будто цена сладкая. Молодой человек. Он не с нами, мы не будем. Он не с нами, мы его не знаем. Мы не будем. А, это вы оплатите. Это с вашей зарплаты. Это с вашей зарплаты сейчас. Да, да, да. Давайте, блядь. Ужас. Плохого, а кто-то едет на автобусе домой. Да. У меня? Да, yes. Давай ему стрим, а не пусть на автобусе едет. Как будто стрим был. Ирина! Плохо двигались, раз зарабатываю. Никита! Ирина! Кайрадовна? Можете подержать пока? Спасибо. Только чат не читайте там. Да, да. Ну не читайте, нет, нет, нет. Не, это плохая была идея, сразу говорю. Не можете одним глазом поглядывать, но не стоит. Да, да. Ну только левым, если. Вам не надо. Да, да. Агушу. До свидания, удачи вам тоже. Пошел. На зеленый шмо. До свидания. Алик, ты реально говоришь, очень... Закупились подружками. Вот это очень похоже было. Сильно, сильно понял. Ну, да, очень сильно было. Откройся твоей маме.